На развлекательные экскурсии отправят камчатских школьниц, которые спасли утопающего товарища. Соответствующее поручение дал глава региона Владимир Илюхин. Для пятиклассниц Кристины Роговцевой, Виктории Цавбун, Алисы Хачатурян и Кристины Бекер из Усть-Камчатского района уже в марте организуют экскурсионный тур. Девочки побывают в питомнике Камчедал, где их будет ждать знакомство с ездовыми собаками, а также путешествие в качестве каюров на собачьих упряжках. Маршрут пройдет по специально проложенной трассе, на протяжении которой открываются живописные виды на Авачинский и Корякский вулкан, рассказали в краевом правительстве. Там добавили, что в этот же день школьницы посетят и занимательную экскурсию в вулканариуме, первом в России интерактивном визит-центре Музея вулканов на Камчатке. Напомним, что в период новогодних каникул пятиклассницы спасли провалившегося под лед одноклассника. Рискуя своей жизнью и здоровьем, девочки сообща помогли другу выбраться из воды. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.